запомнят меня, как летний дождь. Улыбаюсь, когда ты навстречу мне идешь. Ты мне веришь, знаю, а я верю. Это просто некая помощь в сторону глухонемой аудитории Инстаграма. И мне начали писать как и дети, так и взрослые глухонемые о том, то, что им очень нравится эта задумка, нравится эта идея. Я тобі сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинувся. Сами, да, могут, но им это нравится, и мне это нравится, не знаю. В переводе там можно задать темп. Какой темп в звучании, такой же в переводе. Эмоции с собой, да. Закрой глаза, все постепенно, и тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение, и холода за окном не помеха, пока мы здесь. Родители у меня в 2-3 года, получается, им было по 2-3 годика, они потеряли слух из-за эпидемии менингита. Только уже начал нормально уже более-менее говорить, они начали показывать, получается, на определенную там чай, например, и говорили, то есть выговаривала мама чай. Я выговорил вместе с ней чай, а одновременно она показывала жест. То есть это чай, это чай.